Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру Snow Runner. И в прошлой серии мы открыли прям, ну, как можно сказать, две башенки вот эти. Вот эти. И мне еще остались две. Я вот эту половину открыл всей карты, и осталась вот эта половина. А, нет, я одну вроде бы, да, одну открыл только. Нет, я не две открывал, я одну открыл, вот. Еще тут четыре остались. Три. Не четыре. Четыре было изначально, вот. Сейчас три. Так что мы будем сейчас открывать их. Так что поехали на эту. Стоп, я помню. Стоп! Я помню, я открывал эту башенку. Игра. Что-то запутала. Игра, походу, вот этот. Не запомнила то, что я прошел. Походу, я просто сразу вышел. И все. Йо! О, проехали. Все, поехали. Дальше. Давай, все, пошли. Или поехали. Наверное, поехали. Может, на машине как бы. Давай, главное, не врежься в дерево. Вот тут, кстати, свалка. Там написано не выезжать туда. Там очень жесткая свалка вообще. Там такая свалка жесткая. Смотри. Во! Вот это свалка. Вот это реально настоящая свалка. Ага. Все, поехали дальше. Дифференциал. Полный привод всегда у этой машины. АКП реверс 2. Вот сейчас через поля поедем. Это такой кайф будет вообще. Через поля гнать. Я уже много раз себе поранил вот этот. Как? Двигатель. Вот, двигатель. Как он называется, думаю? Двигатель же. Вспомни. Поехали. О, кайф. Так ехать прям на поролом. Где цветы должны расти? А, нам пофиг. Главное поехать по цветам, а не против цветов. Всем изучить окрестность. Так красиво. Ля. Вороны, кстати, на свалке. Вот все открылось, вон туда. Это просто поезды туда едут. Вот тут, кстати, я был, да, вот. Вот здесь я пытался выжить в... Вот, переход в основной район. Так, сейчас вот сюда. Через леса, наверное, мы не сможем поехать, там очень сложно. Либо, может, через поля... да, можно, кстати, вот, я сейчас проложу дорогу. Через поля. Едем вот так, потом вот так, потом вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и вот так, потом вот так, потом вот так, и вот так. Потому что я дальше не знаю, дорога какая будет. Можно по прямой бы. Ой, а что такой вид-то? Прикольный был. Такой вид. Это, походу, из-за того, что там что-нибудь сломалось, и я вот так вот поехал, как-то странно. Но это немного так проехать. Сколько там? Метров 500 вроде бы. Метров 500 это 10 литров. Тем более на УАЗике через леса там ездить легко вообще. Через леса на УАЗике. Там два дерева прям не могут... вдруг дружки расти не могут. Или прям рядом. Там через сантиметров 50. Они не выживут.
Там корни им нужно, всякое такое. Могут выжить, но это очень редко. Все, вот мы уже приехали буквально. Ну как буквально? Нам еще надо ехать через дорогу там. Все. Вот это тут две остановки автобусные. 50 километров в час. А у меня... А тут нету спидометра. Сделали бы спидометр, ты бы видел, с какой скоростью ты там едешь, на примере. 400 метров, нет, больше надо было ехать. Метров 800 там. Нет! Я так и знал то, что ударились. Ну, 24, блин, еще. Так много. А если сломаю полностью, то все. Мне крышка. Моя машина сломается. И не поедет больше. Что-то мне сломался в этой реке. А что, не едет? А вот все поехал. Как-то странно, не едет. Едет так медленно. Такая машина у меня красивая. Play Dirty. О, вот, кстати, поехали. Недалеко же... Можно было тут свернуть. Я не самый умный человек. Нет, 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 нет. Тут грязь бывает? Где вообще? Как? Сейчас я какую-нибудь машину бесплатно могу забрать тут. Но если я в прошлой серии одну машину уже забрал, наверное, это мой приз есть. Ля, так прикольно. Ты прыгаешь вот так вот на машине. На большой скорости, например. Все? А, мы уже подъехали. Вот. Вышка. Уй. Ага. Ля. Как красиво. Это что там? Задание? Вот это. Там два раз... Три разбитых дома. Ля. Неудачная идея. Это, походу, порыбачили там. Косметический ремонт. Неудачная идея. Это задание про вот это. К этому улучшение... Поехали за улучшением. Сейчас. Это что у нас? Прицеп? Прицеп-лесовоз. Он, наверное, дорогой там. И вот, смотри. Уже как карта развилась жестко. Так же мы сейчас погоним за улучшением по-быстрому прям вообще, потому что... А, нет. Я хотел сказать то, что... О, вечереет, как бы все. Сейчас... Придется ехать обратно, там все как бы уже не видно будет. А я же могу времени управлять. В меню. Ты можешь там делать день, утро, ночь. Это, наверное, для заданий там утро, день, ночь. Всякое такое. Посмотреть, наверное, как машина выглядит ночью. Пример. Йо, ты еще? Как сюда улучшение может попасть? Все. Что это? Двигатель? Неступно для текущего автомобиля. Другой вариант двигателя. Более устойчивый к повреждениям и выдающий более ускорение и мощи. Доступно. Доступно для след точка автомобилей. Кировец К700. Окей. Все. Надо запомнить. Кировец К700. Посмотреть с названиями. Кировец. Тон? Нет.
Нет, нету. У меня такой машины нет. Я просто улучшение как бы забрал и все. У меня такой машины даже нету. Что в магазинчике у нас тут? Скаутики. А, вот, скаутики самые последние. Туз. Прям вообще хочу эту тачку. Смотри, у меня есть вот такие машины, но они еще нельзя их мне. Вот такие машины я тоже покупал уже. А, у меня все скауты доступны. Стоп. А, нет, кроме этого я его не могу купить. Его можно купить, но для доступа к этому автомобилю нужно исследовать мир. А, весь мир какой-то. А ну-ка, стой, подожди. Сейчас эвакуация. Угу. Что на первом у нас тут? Угу. Стой, подожди. Нет, у него другой. Там к 1500. Карты, перекресток, горящая мельница, низина, промзона, Амур, Висконсин, Юкон, Ковальский, Пэов, Таймыр. Это, кстати, у меня тут машина моя. Потом в карьер и, наверное, в Зимнегорск. Или в овраг. Аляська. Мы в Аляське, кстати, были. Но мы ее так не прошли. Мы просто забили на нее. И все. Ну, давай, наверное, Таймыр. Вернемся обратно к Таймыру. Просто смотри, что мы тут наделали. Жестко прям вообще. Всю карту разблокировали. И ушли. Так. Угу, я не хочу сюда. Низине я был вроде бы. На промзоне низины вроде бы не были. Давай попробуем. А, стоп, подожди, мы были. Мы были, я помню. Мэн мы тоже. Нет, Мэн и есть. Мы не были. Мыли на Мэн. Дон мы были. Амур были. Висконс были, вроде бы. Юкон тоже были. Ковальский ПОВ. Мы тут были. Только почему-то он не сохранил, как я открыл эту вот эту башню. Наблюдательная вышка. Что-то эта игра все не запоминает у меня. Даже Мичиган, похоже. Даже Мичиган. Ну давай в Мичиган вернемся. Смотри, мы же приехали вот сюда, куда-то туда, туда, вот так, вот туда, туда. И куда-то в город вообще туда приехали, блин. А он ничего не запомнил, он просто как бы присутствовал и все. Умно. Вот, наверное, тут город. Я не помню. Ну, давай в Мичиган. Ладно уж. В Мичиган, так в Мичиган. Мы даже вот этот, вот. Там машина стоит, которую мы можем забрать бесплатно. Въезд в гараж. Да, все. Black River, Мичиган, США. Все. Убери это. Убери это. Как? На стоянку. Сейчас выйдет мощь, которая, не покладая рук, работает. Это УАЗ? УАЗик? Самый обычный УАЗ. Уи, запчасти! Мои запчасти. Один улучшение. Ой. Че? Ага, полный привод. Повышение на третий уровень? Назад. Нужно за тачков. Ага, давай, иди ко мне. Все, сейчас переключимся. Да.
перейти в гараж. Тюнинг. Ага. Кнопка передачи вездеход. Высокая. Ля, какая высокая стала. Шоссейная нейрофигня. Угу, даже цепей нет. Ну, цепи и так не дают, как бы, смотри. За цепи вообще 12 уровень, это, наверное, максимум прям. Шоссейная прям выглядит так убито прям. Дополнительное колесо нет. Кротки с круглой насадкой. Ага, задний привод. Подключаем полный привод. Задний привод. Полный привод. Возможен. Полный привод есть. Ну, это и не решает, наверное. Краны тут всякие. Ля, как. Какой модуль. Во, я вот такую, наверное, сделаю. Под вот такого. Красавца. Маячок с подставкой. Заднее крыло сделаю. Наклон. Не, я наклон сделал. Вот такую красивенькую. Ага, есть противотуманки. А, это клаксоны там всякие. Это кабины. Изогнутый козырек. Боковая ступенька. Короче, я только клаксон возьму. Тут нет ничего выгодного. Вот такого красивенького. Его еще возьму какие-нибудь вот такие. Нету для нее специальных таких там цветов. Давай красику. Ой. Еще вот этот. Решение на капот и какого-нибудь дельфина, вот. Во! Красивая тачка. Вот это она вроде бы. Нет, вот это она. Вот. У меня таких две тачки есть. Эх, магазин. Это не премиум. Эх. Так, стоянка и где? Ёкарный бабай. Где УАЗик? А, он же на улице остался, я его забыл. Вот. УАЗик же на улице остался. Я его тут оставил, блин. Стой, подожди. Тюнинг, кнопка передач. Максимальная, максимальная. Стоп. Магистральная, точно регулированная. Всякая за... Серийная. А, у нее только для бездорожья? Свои или вот такие? Они одинаковые, просто бессмыслица какая-то. Ага. Ага, угу, угу. Модули, только такой. Ну там хотя бы 80 литров. Угу, а ну-ка там. Убирается что-то? Нет, ничего. Ой-ой-ой. Давай продадим. Вот эту тоже продадим. Ёкарный бабой. Эту продадим. На каких я точно буду кататься? Вот эти всякие, которые маленькие такие. Глушные всякие. Ну, вот такой, может, я покатаюсь когда-нибудь. Продать. Бессмысленная трата денег. Ставим все. Вот там 375 тысяч. Нормально. Теперь магазин, могу купить себе, что захочу.
Ух, тяжелые, прикольные. Вездеходы. Вот вам мощь прям вообще. Только это вот топливо. Это топливо жрет. Давай попробуем. Во! Тюнинг. Он у меня, кстати, был когда-то. Я его продал почему-то. А, нет, я его ставил. Я его не продал. Шоссейные? О, вот. У него есть покруче вот такие. Ага. С плоской насадкой и модули какие-нибудь. А. Просто S. Можно вообще оставить его без всего вот так вот. О, не. Передняя сторона вот так вот. Это что, грузовой? Давай, вот такой красивенький. Противотуманки есть? Мячки, малостоянки, наши клаксоны, маячки противотуманки, с насадкой такой, и диски, нельзя менять. Ладно, желтую оставлю. И наперед наклею, например, какому-нибудь. Ну и бык. Атакующий бык. Ля, какая тачка крутая. Жрет, наверное, много. Да, конечно. Вон. Внизу написано. Внизу написано, вон. 10 литров жрет. Даже бывает по 13, вон. Йоу, как много. Так он догонит жестко вообще. На нем нельзя разгоняться. Это он еще скоростной. У него скорость высокая еще. Он еще так парит, блин. Давай. Блин, как круто. О, давай на ферму зайти. Ой. Что это за здание? Что? А, это какое-то управление грузом. Проектор. Давай. Йо, вон машина. Я везунчик. А эта машина мне останется? Или кому-то? Вот, кстати. Застрявший скаут. Так, у нас на ферме проблемы. Наши машины застряли в грязи. Надо бы их вытащить. Для этого понадобится мощный движок. Принять. Ну, вот так. Ну, ладно, пошли тогда. Поехали. Я прям не чувствую машину. Я просто гоню, как бы, еду. Мы что, сели там на воду?
Сейчас поедем тут по воде прям. Это, наверное, быстро будет. Ну да, быстро. Едем просто как по маслу. И куда мне эту тачку отвезти? К кому? Я не могу пересесть. Давай, есть. А куда? Поехали. Надо ее, наверное, перевернуть. На колеса. Вот, смотри, как я еду быстро. А куда? А, вот, все. Вот. Застрявший скаут. Таких крепышей бы нам побольше. Вы вытащили все застрявшие в грязи машины. Отличная работа. Да, спасибо. Легко просто. Вот так вот. Заехал по случайности, выполнил задание и все. Что за задание здесь? Ох-хо-хо-хох. Стой. Подожди-ка. Как в профиль зайти? Телепортирую. А, вот, все. Нашел. Не хватает просто 1000. А там 2000. Йо-хо-хо-хо-хо. Я настолько же таймы прошел, как Мичиган, представляешь? А все 1%. Это всех миров я прошел до 1%. Представляешь? Как круто! Паша, кстати, 3%. Я рад. Чит. Это все задания? Или что это? Это все машины. Это которые у меня были, наверное. Или есть. Состязание. Это все там достижения. Забрать 100 тысяч единиц валюты. Что? Иди сюда. С помощью лебедки подтянуть свою машину на расстоянии не меньше 6 метров. Иди сюда. Полный маршрут. Установить на автомобиль, улучшенный на вдвое большую сумму, чем его первоначальная сумма. Это легко. Неизвестно пройти 10 любых заданий или состязаний без единого повреждения. Найти все улучшения на Таймыре. Йо. Че это? Посетить все наблюдательные вышки в игре. Я выполнил только 18%. Ну что ж, друзья, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте под этим видео колокольчик. И всем пока!